Сегодня у нас здесь кулинарное шоу. И вам будет снова присутствовать пример, потому что на него абсолютно бесплатный вход для всех и каждого. И сегодня мы будем готовить по одной порции за каждый столик. Если у нас будет слишком большой столик, как, например, ваш, я думаю, мы найдем пару порций за ваш столик, чтобы вы могли распробовать, что мы готовим. А дальше я введу вас в курс дела, расскажу, как у нас будет, но я не верю в то, что так может произойти. А возможно, вы еще не догадываетесь, о ком идет речь. Даже если вы ее видите, но теперь позвольте мне ее представить уже телеканалу полностью. Это заслуженная артистка Республики Татарстан. И обязательно упомянуть, что это финалистка шоу «Голос» на Первом канале. Пожалуйста, покажите свою гостеприимность Эльмире Калимуллиной, дамы и господа. Поток аплодисментов будет не остановить уже, видимо. А пройдемся по ингредиентам. Что у нас сегодня есть на столе? Для тирамису мы взяли печенье савоярди. Печенье савоярди. Я позже остановлюсь на этом чуть поподробнее. Творожный сыр. Творожный сыр. Творожный сыр и сливочный сыр — это одно и то же? Нет, это разные, это разные вещи. Да, конечно, у нас есть здесь перчаточки. Что все было? Сигарета. Да. А какое задание достанется Эмиле? Конечно, тирамису. Тирамису? Все тирамису? Все тирамису. Обычно ты позволял гостям только что-нибудь нарезать, нет, что-нибудь заворачивать. Я сегодня коварный. Она должна чуть-чуть побелеть. Жесткие. Вот так? Да, еще. Как ты поешь хабанера? Да. Недавно мне говорят, вы не могли бы спеть хабанеру? Хабанер. И как можно обсудить авторские права? Это то же ощущение, когда ты не можешь биткоина включить ВКонтакте, потому что правообладатель запретил доступ к этой аудиозаписи, и ты думаешь, ах ты ж биткоин, ах ты ж, как ты мог. И несмотря на все это шоу, я спрошу тебя, скажи, привет, меня зовут, и чем ты занимаешься в жизни? Я пою. Ты певица. Нет? Да, я музыкант. Ты музыкант, да. И в это будет пойми. А как-то раз, когда я брал интервью у одного артиста, я случайно ляпнул звезда, назвал его звездой, на что он сразу же перекрестился, обвел все красным кругом мелом и сказал то, что я не звезда, я артист. Я сказал, окей, и раз и навсегда зарубил себе это на носу. А в чем отличие певицы от музыканта? Это может быть очень идиотский вопрос, но сегодня будет масса таких генераторов. Ну, я считаю, что певица – это немножко одного. Певица – это, наверное, человек, который только уходит, поет, отрабатывает свои законы. Мне посчастливилось закончить Казанскую консерваторию. Поэтому я знакома и с музыкальной историей, с театрой, и знаю даже оперные партии. Ты знаешь музыку, а не только пение. Да.
правильнее сказать. Окей. Я полистал несколько интервью, на которые отвечал, но это было тоже давно. Возможно, у тебя изменилось мнение на какие-то ответы, или, может быть, мне хотелось уточнить. Я не знаю, хватит ли у нас микрофонов, колонок или мощности для того, чтобы попросить себя об этом, но можно будет потом сегодня в какой-то момент тебя попросить хабанеру все-таки, да, чуть-чуть. Или что-то, или на твое смотрение, что тебе легче будет, но это было бы странно тебя не попросить об этом. В интервью тебя спросили, равнялась ли ты в детстве на какого-то исполнителя, восхищалась ли кем-то? И ты упомянул, что у тебя везде были плакаты Бритни Спирс и Наталья Эррера, хотя они не были твоими вдохновителями. Ну, мне очень понравилось, и я обратил внимание, ты сказала, цитирую, у меня, к сожалению, на тот момент не было доступа к джазу, не было доступа к таким исполнителям, как Элла Фицджеральд или сумасшедший Мик Джаггер и Элтон Джон. А мне это досталось намного позже. Так кто все-таки твои идейные вдохновители сейчас, на данный этапе твоей жизни сегодня? Ну, конечно, мы не можем отрицать того, что западная культура отражается, тем более музыкальная культура отражается и на мое восприятие музыки, потому что, на мой взгляд, они умеют создавать новую формацию. И когда у меня не было еще MTV, я давала кассеты, чтобы не записывали грэмми. Я впитывала это, переслушивала, я знаю, какое движение Кристины Агилеры было именно вот этот слог. Именно движение во время. Именно движение, не только слова. Я тут уже пюре. Да, так и должно быть себе написано. Да, конечно, Элтон Джон, Мик Джаггер, Аэросмит. Давай сделаем так. Мы с тобой, ты можешь без остановки, я более чем уверен, перечислять людей, которые тебя вдохновляют. Но когда у нас в гостях была Диляра Вагапова, я ей задал вопрос, и это ужасный вопрос. Ты все равно придешь домой и подумаешь, черт побери, надо было ответить по-другому. Но назови мне трех музыкантов, соответственно, не просто певцов, не просто артистов, а трех музыкантов, которые тебе вот приходят в голову, когда я тебя спрашиваю, кто три музыканта? Ну, давай мы разделим три, то это будет татарская музыка, ага. Наша русская. Ага, безумие. Татарская Ильхам Шакиров. Ильхам Шакиров. Так, надо взять на заметку, я должен узнать, кто это такой, хотя наверняка здесь любимый. Ну ты что? Мин эсгине татар малое, мин эсгине татар чешерешен. Ну, я надеюсь, что ты после этого вобьешь в гугле и узнаешь, что это великий татарский певец, музыкант. Далее это Хайдар Бегичев и Фёрр Сулейман. Ага, окей, я думаю, это хорошая подборка для нас, мне будет потом объяснять, как все показывает их. А мы берем эстраду или классику тоже? Мы не ограничиваем да? себя. В любом случае, тебя будет раз за другим приходить более правильные ответы на то, что сейчас от тебя приходит в голову. Альбина Шагимурадова, Анна Метревка, Марина Доскотта, Анна Дарьянка. А пусть будет Пугачева. Вау, Пугачева. Конечно. Я не могу выработать свои отношения к Пугачевой. С одной стороны, это очевидный талант, который ей был революционный, наверное, сделал массу открытий за собой. Открыл многих других, но одним, наверное, из самых правильных решений было уйти вовремя. Многие звезды не знают, что нужно уйти вовремя. Это мудрость. Это мудрость? Конечно. Например, Иванушки Интернешнл, как я понимаю, они до сих пор еще не распустили. Ну, слушай, корпоратусы есть, так что ж ты зарабатываешь? Что ж, да, вполне логично. А если мы берем зарубежную музыку, то это Стиви Уандер, это... Йонсе и Элтон Джон. Элтон Джон. Мы все знаем, что он не натурал. Он гомосексуалист. Это хорошо или это плохо? А разве мне это не хорошо, это или плохо? А нет, я просто на данный момент я спрашиваю твои субъективнейшие отношения. Исключительно твое субъективнейшее отношение. Ничего другое. Я не даже, оно может быть неправильным. Просто твое субъективное лично как человек мнение. Вы знаете, когда такие люди говорят, и делать такую музыку, неважно, к какой субстанции относятся, натуралы они или музыка, они творят музыку. Если мы творим
о пропаганде чего-то либо, то во всем должна быть вера. Да, должно быть приятие людей. Вообще нужно любить людей и уважать. Поэтому я уважаю его выбор, и я безмерно благодарна за ту музыку, за тот вклад, который вообще глубоко у нас в современности. Он гениален. И это не является критическим фактором восприятия его как личности. Нет. Ну да, то же самое можно сказать и про Чайковского, и про Тюринга. Хорошо, да, кстати, я разошелся, и раз уж мы добрались до исторических событий, Дина, напомни нам, что у нас происходит здесь на кухне. Не съем? Так, у нас готовится, жарится шпинат, жарится лук, параллельно у нас готовится фарш, добавлять белок. И опять же, вот по чуть-чуть, прям бери, да, руками, по чуть-чуть, не спеша, можешь взять. Wow. Да-да-да-да. Да, и перемешиваю. Это приятное ощущение руками все это разводить. Да, это домашние кухни. И вот мы, когда все это соединим, у нас пойдет уже другой процесс, мы будем собирать уже наше тирамису. Анастасия, ведущая погоды с телеканала «Кир». Добрейшая, очаровательная, прекрасная женщина. И мы учили ее вырезать косточку из авокадо. А это делается таким образом. Ты берешь авокадо, ты разрежаешь его по экватору, втыкаешь нож, снимаешь шапку, после чего втыкаешь нож в семечко, проворачиваешь, она отделяется. Нож попался Анастасии в тубой, и она решила симпровизировать, используя колющие способности ножа, нежели чем режущего вещи. И она держит это авокадо в руке, и она держит этот нож, замахивается. И я прям вижу, как все очень замедлилось, как да, в Пейне просто, как в Матрице. Я вижу, как она вот втыкает этот нож, он соскальзывает семечко, начинает входить в это, не манго, что у нас в этом авокадо. Я прям смотрю, сантиметр, полтора сантиметра, два сантиметра, черт побери, он точно уже вышел из этого авокадо, еще продолжает входить. И вытаскивали, и все. У нас мы сразу посидели, мы подумали, что мы убили ведущую прогноза погоды. Смотри, как я посидел в этот день. Но она надо отдать должное специалисту, который работает в прямом эфире. Мы перенервничали гораздо больше, чем она, и было абсолютно все равно. Мы с тобой обсудили, как у тебя происходила учеба после 7 класса в юридическом лицее, то, что у тебя была огневая подготовка, боевые приемы борьбы, криминалистика. Какие эти были дисциплинарные взыскания? Что, колпатор или что? Наряд не очень. Наряд никогда не понимал, что это такое. Наряд – это одежда какая-то другая? Или не очереди какой-то? Наказание. А если есть наказание по очереди, а есть наказание вне очереди? То я вступаю в наряд. Ага, понял. А наряд вне очереди, ты не можешь получить. Мне кажется, это немножко унизительно, то, что она мне рассказывает о подобном вообще, как это обстоит. И ты находился в нарядах вне очереди? Да, у меня причем обострено чувство справедливости, мне было всегда непонятно, почему мне надо со всех отбываться. Круговая порука. Кто-то облажался, и да, все отвечают за это. А были какие-нибудь косяки, которые твои вот заслуживали? Мои, думаю, да. Ну что, не соблюдение субординации, там, проспала, уснула на карауле. Нет. Кстати, я просыпалась вовремя. Что я не знаю. Ну никто смотрит, человек молодец. Я, допустим, когда начинала возмущаться, как раз таки получала, наверное, не очередь, это.
мнение твое нужно оставить при себе. А, это вот тот момент в армии, где твое собственное мнение абсолютно никому не интересует. А после юридического лицея ты хотела поступать в музыкальное училище, и я, кстати, на этой истории... Нет. Не после. Скажем. Не после. Ну, видимо, пробежу. Перед тем, как поступить в юридический лицей, я хотела поступать в училище. Хорошо, спасибо, что поправила, я немного неправильно понял. И я хотел на этом моменте особо заострить внимание, потому что там произошел очень интересный и очень хороший пример для нас, для всех, как произошел этот пример, когда тебе сказали, что у тебя нет слуха. Есть такой момент. А расскажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах, у кого хватило совести вообще сказать что-то подобное? Я отправилась на прослушивание музыкальную училище, хотела поступать как пианистка. У меня были кое-какие экзаменационные вопросы, я сыграла свою программу, я спела. Мне сказали, что это не стоит. А, так, еще что интересное мне, кстати, попадалось, пока я... Когда сегодняшнее шоу мы планировали, и мы только раздумывали о том, как пригласить Эльмиру, куда написать, кому обратиться, я нашел твой инстаграм. А в инстаграме было написано то, что по всем вопросам нужно связываться с Анной. А Анна? Это вы Анна? Нет. Это не вы, Анна. Анна. Вы знаете то, что это написано. А Анна сегодня смогла прийти к нам? Она в Москве. Она в Москве, так вот. И я связываюсь с Анной, и я пишу: Анна, здравствуйте, я Александр, у нас кулинарное шоу, у нас гости. Мы бы очень хотели, чтобы пришла она. Она пишет мне: да, что за шоу, я скидываю ей фото и видео, что за шоу. Мы ведем долгие виды переговоры, обсуждаем, а кто придет, как освещать события. И в этот момент я пишу в нашу рабочую группу нашего кулинарного шоу. Я говорю: ну вроде бы получается, кажется, мне удалось выйти на ее... Это как правильно назвать? Твой менеджер, твой ассистент, твой супервайзер? Какой англицизм для этого подберем? Директор. Отлично. И вот, мне кажется, удалось решить все с директором. И в этот момент Дима, вот как раз, который я вам представил как идейного вдохновителя нашего шоу, он просто: все нормально, я с ней созвонился, она согласна. Как это произошло, пока мы там пытались решить это все, знаешь, как унылые взрослые люди? Правда. Я пишу Ане, я говорю: Ань, ну давай сходим, мы круто подготовим. Она говорит: я тебе тоже хотел сказать, что мы пойдем подготовим. Нет, как он тебе написал? Он надеюсь тебе на «вы», «будьте любезны», с регалиями, «о, победительница», «финалистка», «голос», вот это заслуженное. Слушай, Дима работал в штате 51. Ты мне об этом будешь рассказывать? Да, у Димы есть, кстати, прошлое, которое мы можем вспомнить. И у меня тоже есть прошлое. Ага! Я работала аниматором. Да ладно? Вот. Серьезно? Конечно, и клоуном, и кегли я была ростовой службой. Самое забавное, мне кажется, если мы сейчас покопаемся в чертогах наших воспоминаний, наверняка мы встретим кудрявого меня и совсем молодую тебя на каких-нибудь непонятных мероприятиях. Кудрявый я, серьезно? Кстати, знаете что? Я вспомнила, по поводу штата 51. Короче, я там пела. Мы с Димой познакомились. Помнишь, там, да? Там тоже. И там тоже. Зачастую творческие люди каждый раз, несколько раз им надо встретиться. Каждый раз они будут представляться друг другу. С третьего раза они начнут: слушай, а мы, по-моему, уже где-то знакомились же. Да, да, точно, там-то, там-то. Очень жалко, что она сегодня не пришла, потому что эта девушка явно профессионал. Серьезно, передай ей мои профессиональные уважения ей. Я ей передал телефон, все, чтобы было контролируемо. И дальше изучаю ее инстаграм. Твой, прости, инстаграм. Я обнаружил фотографию, где Эльмира участвует... Кстати, далеко она не в первый раз на кулинарном шоу, совсем недавно была. Передача «Поедем, поедим». «Поедем, поедим» называется, да. Эльмира там готовила галеш, я правильно понимаю? Нет. Сур-галеш. Сур-галеш. В инстаграме есть фотографии происходящих событий. Скоро появится, как я понимаю, и видео-вариант. Уже 13-го выложено. Да. Так что все желающие могут покопаться и найти. Но меня привлекло внимание совершенно другое. Я отправился в комментарии. Мне никогда не нравится верхушка айсберга, я всегда отправляюсь посмотреть, что там ниже. И комментарии Эльмира пишет: съемочный процесс, передача «Поедем, поедим» и куча хэштегов, которые, в принципе, используемы. Дальше пользователь Эльвира Янковская пишет: а что Джон сейчас в Казани, ведущая этого шоу? Дальше Нияз Рахман пишет: стыдно за татарскую кухню. И, господи, зачем он это сделал? Он открыл ящик Пандоры, серьезно. Это просто как болельщик Рубина на трибуне Спартака, он размахнул свой Рубин.
Он пожалел об этом. Я чувствую, что он пожалел об этом, просто прочитаю, что было дальше. Стыдно за татарскую кухню. Я уверен, секунды не прошло, появился следующий комментарий. Появился Марсель Махмутов, который написал мне, я ешь другую. Просто go fuck yourself, man, если тебе не нравится здесь, все проблема. На что Эльмир Матур, которая не могла сама это ему сказать, это было бы грубо, она же все-таки леди, просто ставит кучу смайликов и одобрение фразы Марселя. Сразу же после этого, он уже первый удар получил, появляется Аня Борисова, если я правильно понимаю, да, это как раз таки она. Аня Борисова, это знаете, как произошло сейчас? Пришел какой-то дяденька, обидел девочку, проходил мимо прохожей и сказал, эй, не обижай девочку. Но в этот момент питбуль сорвался с цепи с двора просто. Он пришел сюда, потому что кто-то посмел обидеть Эльмиру. Аня Борисова, я с Рахман. А у вас Калимулина парня увела? Или вам отказала? Столько эмоций в адрес Эльмиры, роковая женщина. Не я совершает вторую критическую ошибку во всем этом. Он начинает отвечать. Аня Борисова, у меня нет претензий. Уже оправдывающуюся, защищающую позицию занимаем. У меня нет претензий, просто в этой программе всегда снимаются обычные люди или повара-любители. Просто удивлен. А кого ты? Нет, а он еще на другой страничке написал, что я по блату даже. На другой страничке было написано, что ты по блату. И Аня написала, что, а вы знаете, по-моему, родители даже кредит взяли и квартиру заложили. Но мне понравилось, как дальше продолжает Аня, которая пишет язык. Да ладно, явно неровно пишете. Пишите под каждой фотографией, это точно любовь. Не я с Рахман уже пытаюсь защищаться. Нет, я сам решу, окей. Как певица, она молодец. Но даже уже в попытке отступить с белым флагом размахивает. Да-да, как певица, она молодец. Аня не дает ему спуска, преследуя отступающего войска противника и отправляя ему. А в чем она не молодец тогда, интересно? А как кто не молодец? И пишет, появляется, ладно, Зарина, которая просто пишет, Ирина, красавица, и Раиля, которая исправляет ситуацию тоже какими-то комплиментами. Но, Аня, не дай бог, если кто-то вообще что-то делает. Аня явно перегрызает глотку тому, кто не так на тебя смотрит. И это шикарно, что рядом есть с тобой такой человек. В процессе подготовки я напоролся на интервью Эльмиры. Газете «Комсомольская правда», Казань. И черт побери, я ненавижу газеты, серьезно. Может быть, не все газеты. Даже, может быть, я не ненавижу «Комсомольскую правду». Я даже читал ее в бумажном виде. Но я хочу посмотреть в глаза человеку, кто вот сделал это. Певица Эльмира Калимулина сравнивает себя с многоточие депутатом. Я захожу на эту страницу, думаю, окей, здесь интересно, будет повод для того, чтобы спросить, что это вообще такое было. И серьезно, вот это передо мной. Певица Эльмира Калимулина сравнивает себя с депутатом, пишет Екатерина Леславская. Дальше мелким шрифтом. Именно так она подписалась под детским фото. Статья о том, что Эльмира выложила фотографию, написала, видимо, что-то там, что-то про депутата. Ну, мама рылась в архивах и обнаружила фотографию. Просылает ее в WhatsApp, я смотрю. Я там такой пухляш и похожа на депутата. Ну и дала название фотографии. Но вы просто оцените, в этот момент сразу же появляется статья о том, что Эльмира сравнивает себя с депутатом. Какой инфоповод, да? Инфоповод шикарнейший. Ну, «Комсомольская правда», они уникальные. А еще один инфоповод, который был просто шикарнейшим. Серьезно, один из моментов, когда мы сегодня приглашали Эльмиру и планировали кого выбирать. А лично мне хотелось бы быть ответственным, лично ответственным за каждого гостя, которого мы приглашаем. Поэтому я противник приглашать сюда людей или девушек, которые отличились, допустим, в модельном бизнесе. Да, они красивые, но проблема, вы в своей сфере бизнес очень красивый, но они будут интересные как личности, которых можно раскрыть. Здесь интереснее приглашать талантливых людей, чей талант можно раскрыть. И я не хочу, чтобы это прозвучало как-то странно или двусмысленно, но ты представительница татарской эстрады, я правильно говорю? Нет, неправильно. Есть! Сейчас. Приехав домой к родителям, стала свидетельницей просмотра одного из татарских каналов. Это «Караул». Ну, во-первых, о том, что люди поют вживую, речи быть не может. Но, господа, хотя бы вытягивайте голос без фальши. Это невозможно слушать. А во-вторых, почему песню про маму нужно петь в декольте до пупка?
Это шикарный вопрос. Его риторичность, столь риторичная, как и прекрасна просто. И третье, контрольную голову. Певец набрызгал волосы блестящим лаком. И меня еще спрашивают, как я отношусь к татарской эстраде. Да никак. Вот как ты относишься к татарской эстраде, прекрасный ответ. Я люблю все, что нельзя любить. Все приятное в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Да, мы как раз сегодня угадали, да? Мы сегодня, слушай, да, мы сегодня мучное, мясное и... Кстати, самое мое любимое пирожное, вот я правильно пробую, это тирамису. Это тирамису? Да. Мне кажется, завтра у тебя будет рука это болеть просто. Как сходил на кулинарное шоу, никак рука болит. Все, вот бицепсы теперь в ней гигантские. Она будет помнить о нас. Да, это я помню, хорошим воспоминанием. Ну, я всегда утверждал, что если ты умеешь что-то делать хорошо, никогда не делай этого бесплатно. Так что ты сегодня трудишься не бесплатно. Я за еду, да? Не только за еду. У тебя будет целый ассортимент и диапазон того, что... Я думаю, если она приготовила зурбалеш, зурбалеш по сравнению с лазаньей, лазанья это вообще... Зурбалеш это на самом деле сложен такой... Ну да, там требуется действительно опыт, мастерство, умение общаться с тестом, умение комбинировать. Там есть масса моментов, где его можно запороть, во всяком случае. То есть для нее это сегодня так, пришла ты. Черт, не знаю. Я устал, я сегодня что-то... Лучше бы зурбалеш готовить, да? Задам тебе тот же вопрос, который задаю часто во время интервью, потому что он не такой сложный, чтобы ответить, и как раз-таки, опять же, полностью субъективное твое представление. Но что делает девушку, женственной, что делает женщину женственной, что делает ее сексуальной? Я задаю этот вопрос просто, чтобы не дать тебе возможности уйти, что девушку женственной делает ее женственность. Что делает девушку женственной и сексуальной? Если это можно в один параметр отнести, если нельзя, то по отдельности. Ну... Это, опять же, тот вопрос, ты вернешься домой и подумаешь, черт побери, надо было ответить другое, чтобы это было бы правильнее. Но это нормально, что придет сейчас в голову. Здесь нет правильного ответа. Я думаю, что нежность. Нежность. Да. Что ж, ну да, здесь понятно, мужчине к тому же даже не особо идет и будет нежность. Мы отправляем лазанью в духовку насколько? Пока на 25 минут. 25 минут 160 градусов одобрения. Женственность. Что туда входит? Нежность. Нежность. Забот. Заботливо. Умение заботиться. Умение и третье. Любить детей. Материнский инстинкт. Да. В принципе, три, но если есть больше, то, конечно, много. Да, очень много. Не, ну, очень много, давай попробуем ограничиться. А тогда вопрос, который... Самое главное, чтобы женщина оставалась женщиной. Знаешь, самое сложное. Ну, это так легко. Легко сказать. Женщина самое главное, чтобы мужчина рядом со своей женщиной чувствовал себя настоящим. Чтобы женщина не брала на себя...
Слишком много. Слишком много. И вот это как раз очень тонкая грань как татарской, так и мусульманской культуры. Многие, которые не знакомы с ней или знакомы с ней не под тем углом и не под той призмой, считают, что права женщин во многом ущемляются, хотя они на самом деле как раз-таки и не так, и при правильной трактовке получается совершенно иное. Понимание своего места в этом большом механизме очень важно как для мужчины, так и для женщины при разделении обязанностей в семье. Мы, кстати, освободились и сейчас будем готовы пригласить наших участников готовки. Окей. Тогда осталось совсем немного дождаться. Утомилась? Уже хочется кушать. Уже хочется кушать. В обычной жизни, в ежедневной, я понимаю, она состоит из встреч, графиков, разъездов, записей, песен, студий и подобной активности. Ты готовишь? Да. Будет все время готовить? Конечно, я люблю готовить. Заливаешь макароны кипятком и ждешь 5 минут закрыть крышку? Нет. Что ты готовишь? Я люблю готовить национальную кухню. Национальную кухню? Я очень люблю костобыль. О, беспроигрышный костобыль. Я Дима любит очень костобыль. У нас, да, Дмитрий любитель костобыль, знаешь ли? Я люблю жареную курицу, пюре люблю. Вообще я люблю вкусно поесть. Ты никоим образом не совпадаешь с моим представлением, кого я должен был сегодня встретить. Я планировал встретить... Импозантную женщину, которая обладает очень низкой отправой, и которая надо будет, меня привезет сюда какая-нибудь большая гигантская машина, несколько накачанных мулатов на руках принесут тебя сюда, и ты снисходительно будешь позволять нам что-нибудь здесь делать, пока ты будешь на это смотреть. Но сегодня я в конечном итоге получил себе в гости очаровательную, приятную девушку, которая много смеется, много улыбается, без татарского акцента и без вот этой гипертрофированности, которая зачастую проявляется в этом плане. 31 марта. 31 марта. В развлекательном комплексе. В пирамиде. Состоится первый сольный концерт Эльмиры Каримулиной. Специальные гости? Да. Финалистка проекта «Голос дети» Саида Хамитяна. Угу. Наш татарский певец Филюс Кагиров. Mm-hmm. И также мои подруги, финалистки первого сезона, это Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова и Маргарита Пазаян. Я даже как человек, который не смотрел, это знает эти имена. И, кстати, во всех интервью везде спрашивается о твоих отношениях с Диной Гариповой. Я представляю, всем бы хотелось видеть то, что вы... враждующие две, ах, она стерва, а да нет, это она там, но вы подруги, и с этим, видимо, уже ничего не поделать, как бы всем другим не хотелось не представлять вражду. Не дождетесь, чтобы мы поссорились. Итак, 31 марта, пирамиде, а это, я понимаю, будет разогрев, и после чего ты уже как раз таки обрушишь на тех, кто придет, муж голоса своего. Конечно. Сами. А теперь давайте выразим поддержку, чтобы 31 марта все прошло ровно первое. Да, пригласите. Хватит попрощайничать, во-первых. А во-вторых, вы знаете ее Инстаграм. Вы знаете ее. А во-вторых, хорошие идеи, но мы с ней как-то. Поддержите местного производителя. Все сами. Да. Мы же с тобой решим каким-то образом. Так что имейте в виду, как минимум подпишитесь на Инстаграм, Эльмира всегда очень любезно рассказывает и анонсирует обо всех событиях, которые будут происходить. И что бы мне хотелось прежде всего до вас донести, Эльмира Калимулина. Это там будут песни на татарском? Конечно. Там будут песни на татарском, но там не будет ялтор-ялтор платье, там не будет фонограммы. Там не будет синтезаторов без провода и электрогитар, которые не подключены, но все равно почему-то играют. Там будет выступать не певица, там будет выступать... как ему подобрать слово? Музыкант. Так что пишите это в голове, как минимум. Я уверен, если вы расскажете об этом как вашим друзьям, родственникам, родителям, найдутся те, которые просто... Так, все, отойди в сторону, я пошла в пирамиду, не мешайте мне. Кстати, тарелки начали появляться на нашем столе, в них начинает появляться лазанья, а это явно хорошая примета, так что, дамы и господа, я рекомендую вам приготовиться. Мне кажется, это было чуть затейливее, но сейчас для нас скажут. Это надо сделать, мы налили туда масло. Надо нам, чтобы зелить. это совсем не то, по-моему, да? Да. Вмешай.
О, как же сегодня повезло тем, кто сегодня пришел на наше кулинарное шоу серьезное. Вы выбрали самый нужный день для того, чтобы прибыть к нам. Кухня. Один, два, три. Эй! Давай. Минуточку, пожалуйста, минуточку. Ну! С тем, как это происходит на самом деле. Так что 31 марта вы можете услышать, на что способен этот голос и на что способна эта миниатюрная девушка. Дипломом награждается Эльвира Калибулина за поварской энтузиазм и кулинарную отвагу. Ура, товарищи! А главнокомандующего Франция Полозина приказала. Дальше наша фирма. А нет, давай не будем приставать, нам девушки перестанут ходить, если мы будем постоянно лезть и не целоваться. Ну нет, давай. Ну ладно, хорошо, давай разок. Мы поцелуем тебя в щечки и изобразим, да. Что тебе это нравится. Тебе по кайфу. Можешь изобразить хотя бы. Давай, окей, вы готовы? Окей. Есть! Но это еще далеко не все. Мы сегодня обсуждали, что если ты умеешь что-то делать хорошо, никогда не делай этого бесплатно. Так что, во-первых, тебе достается вот этот фартук, который ты оставляешь себе и носишь его с гордостью и готовишь в нем дома. Это раз. Во-вторых, тебе достается... Сейчас мне поможет моя очаровательная ассистентка. Тебе достается 20% скидка во все свои лаунж, которые находятся внизу. Это максимальная скидочная карта, которая туда есть. Серьезно, она делает дело. Так что держи. Ее надо будет заполнить анкету, чтобы она заработала. А, уже заполнено, уже все работает, даже не заморачивайся. Но и это еще не все. Помимо этого, тебе достается подарочный сертификат во все свои лаунж. И на самом деле здесь только 4 подарочных сертификата, потому что здесь 2000 рублей в этом подарочном сертификате. И тебе предстоит решать, что с ними делать. Либо ты можешь подарить кому-то из своих друзей, подруг, опять же. Но и это еще не все серьезно. А для всех наших гостей, которые к нам приходят, прекрасных очаровательных девушек, у нас есть один презент, который мы дарим от всего заведения Облепиха, подразумевая не только меня, Динара, Диму, Олю, всех, кто находится за кулисами, всех, кто находится на кухне, всех, кто в гардеробе, всех, кто является собой Облепиху. Мы делаем вот такой презент. Это Бужоле Беляж. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что делать с этой бутылочкой, так что это тебе с хорошими воспоминаниями о сегодняшнем дне. Подожди. Все, лучшая подруга теперь стала. Присаживаемся, обсудим, как пойдем во все свои. Ору, спасибо огромное за такую чудесную атмосферу, что все было так весело, непринужденно. И я думаю, что очень вкусно пошло. Спасибо огромное. Всем приятного аппетита и огромное спасибо тебе.